Ну? Надо будет придумать что-то. О, есть, молодец. Ну, девочки, попробуй. Так. Михаил двигается, и ты. Если Михаил идет сюда, значит, в эту сторону. Ага, хорошо.
пошли. Давай. Вот. Где стоп? Вот. Стоп. Стоп. Сюда. А, отлично. Ты сюда. Вот теперь у тебя есть 5 секунд. Не надо бросать кольцо. У тебя есть 5 секунд передать дыхание мяч. А твоя задача, что? Молодец. Твоя задача постараться сделать так, чтобы она перебросила. Если она перебросит, один ноль. Если ты не дашь перебросить, один ноль в твою пользу. Пошли. Ты на желтый 5 секунд у тебя. Раз. Стоп, стоп. Туда. Смотри, да. Так мяч ушел, ты стараешься вот здесь. Сейчас все равно проиграем. Так что просто мы сейчас девочек нагрузим. Да, и вот. Ты взяла мяч, становишься сюда. Как она туда встала, вот ты начинаешь ей мешать. Она ставится перед тобой. О, да, прямо вот так. Так. Нет, стоишь далеко. Стоишь далеко, нога между ног. Уже между ног. Просто чтобы ты так получил. Иди, иди, уже между ног. Так, назад, ногой, к центру. Вот она встала туда. Все. Раз, два, три. Смотри на нее, не попади. Раз, два, три. Так, не точно. Стоп, стоп. Когда она станет сюда, смотри. Когда она станет, тогда будет. Вот, раз. Вот, не точно. Ну что, покажите. Покажу, давай. Покажи. Стоп, стоп. Ты прыгаешь на нее. Смотри. Прыгаешь, ты можешь ударить вот тут коленом. Старайся, чтобы у тебя было метр полтора. Так, вот и перед ней. Можешь помахать, подвигаться. Давай. Ножки шире. Нет. Ты ногу ставишь, а он падает. Ой! Ой! Смотри, ты подошел, поставил ногу. Ну что, попали? Давайте, девчонки. Так, как только три раза попадете, я ему 100 приседаний дам. Нет, не надо, пожалуйста. Да,
бегай, еще вот, давай, стоп, иди. Стоп, ты делаешь. Это девочка, привет, стоп. Куда ты хочешь плакать? Разверни его чуть-чуть. Разверни его, поставь. Изи, Лиза, папа. Вот. Надо близко. Теперь стоп, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сделай шаг. Раз, потом подошел вот под все. Стоишь с правой стороны, нога сзади. Значит, первое, чтобы нога была с собой, ты его чуть-чуть толкаешь. Дальше. Подошел. Еще раз, вот так.
hani kuşları domates kuşları olacak. Ama bu kadar hiç geçiyor. Sonra Вы можете играть через меня. Я же могу давать. Если у вас, я за вас играю. Но я не бегаю, не забиваю, я даю такого. Потому что 2 на 2, тяжело открываться. Кто пас отдает, тот выходит, я ему страйк. Дальше. Бегайте со всей силы. Вы можете копить сам. Поэтому просто аккуратно. Забил, не забил, думаешь. Хорошо? Да, хорошо. Чуть перешли, да? Да. А вы сюда. Чего вредно? Да? Так, ты с Максом играешь? Туда. Ты с Максом играешь? Ты с Максом играешь? Ну, сам заезжает вдвоем. Сейчас, одну секундочку. Хорошо, я вернусь. А дети его. Я знаю, как честно, вот так, а то первый. Нет. Что здесь? Прав, печка. Здесь лёд. Еще раз, за кем оно не хватает? Подножки не ставит, спину не толкает. И мяч играть ногами. Потому что играем только руками, играем, мяч взял, это не баскетбол, не отскакивает. Можно бегать, но не больше 5 секунд. Стараться дать пас. Пас можно дать, ты должен Максиму или мне. И открыться. Понятно? Хорошо, поехали. Значит, нет, сама бежишь. А то, что ты хочешь, вот. 1-0. Ты еще молодой. Раз. Вот. А я извиняюсь, больше не буду. Ничего. 2. Ты еще молодой, сейчас ты не понимаешь. 1. Здраво. А до ичего кучи. Нет, каша. Стаканчиваем пол, скачка. Поехали, прощай. Молодец. Я вам отключаться. Ты живешь уже. Я все прослушаю. Сегодня
когда держишь мяч, видишь, что Руслан идет сюда. А ты показываешь, что она там, кому-то хочешь туда дать. Ты сам раз сюда идешь. Понятно? Приготовились? Так, стоп, одну секундочку. Дина с Геви. Сейчас, стоп. Почему? Мячик у Руслана дайте, Руслана сюда. Их не мячик. Марк, возьми Дана. А, не Мыша. Мыша. Где наш Мыша? Егор отдал. А где ключи? А ключи не придется? Да? Так. Слушай, блин. Сейчас расскажу. Готовы? Что вы сели? Оп! А ты как они сели? Кто умер? Покажите.
ее вообще не трогайте, мяч не забирай. Так впереди можно построить. Они втроем, вы вдвоем. Так же. Посмотрите внимательно.
И больно, так и не надо. Нет. Слушай внимательно, что тренер говорит. Посмотрите внимательно. Вы ноги стоите, вот так вот, как Михаил, вот руки в пол, опусти руки. Вот. Я уже не знаю, куда давать пас. Вот там, где есть ладошки, то есть где? Нет. Значит, что Макс должен сделать? Макс должен показать, куда ему должен сюда дать, сюда, сюда. То есть руками он должен показать, куда я должен бросить мяч. Куда я должен бросить мяч? Вот. Видите, я бросаю. Вот. Оп. Да, я могу показать сюда. Показать сюда. И побежать туда. Пошли. Стоп. Мате. Пошли вокруг ковра. Построились. А так я всех так учу. А потом все начинают хорошо играть. И все хорошо. Опа. А это что такое, блин? Почему отключился? Так.